Буквально несколько дней назад принято постановление, которое позволит малоимущим многодетным семьям получать компенсацию за оплату очного обучения своих детей в профессиональной образовательной организации. Это касается колледжей, техникумов по линии образования, здравоохранения и культуры. Размер компенсации 50% стоимости обучения за соответствующий учебный год или семестр, который указан в договоре об оказании услуг, но не более 30 тысяч рублей. Право на получение такой компенсации может возникнуть и на нескольких детей студентов. Главное условие – это низкие доходы семьи и возраст детей до 23 лет. Заявления специалиста отделов соцзащиты начнут принимать с января 2024 года по договорам за 2023-2024 учебный год. Подробную консультацию можно получить в отделе соцзащиты населения по месту жительства.